все в порядке, лейтенант? Крис вчера дежурил в патруле. На него напали девианты. Говорит, спас его сам Маркус. Он не ранен? Ну, он в шоке, но живой. Охренеть. Камский ушел из Киберлайф 10 лет назад. Зачем с ним встречаться? Он собрал первого андроида, прошедшего тест Тьюринга. И он основатель Киберлайф. Если кто и понимает в девиантах, так это он. Здрасте. Я лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджи Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Вы правы. Она прекрасна. Аманда. Впечатляет. Не все из-за андроидов оказались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед Создателем. Как ощущения? Камский – один из величайших гениев 21 века. Встретиться с ним очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать. Элайджа ждет вас. Мистер Камски! Минуту, пожалуйста.
Я лейтенант Андерсон. Это Коннор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. Нужно понять, как андроиды становятся девиантами. Вам что-то известно об этом? Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Коннор? На чьей ты стороне? Разумеется, я на стороне людей. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь? Я ничего не могу хотеть. Я машина. Хлоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга? Это формальность. Простой вопрос... алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная и вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам поплавать. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная... машина или живая душа, имеющая свою волю. Все, хватит! Коннор, пошли отсюда! Спусти курок. Коннор! Нет! И я тебе все расскажу. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества. Сам оказался девиантом. Я не девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу. Проявил эмпатию. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Все, пошли отсюда. Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки.
На всякий случай. Почему ты не выстрелил? Я посмотрел ей в глаза и не смог. И все. Ты мне уши прожужжал своим в интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты все слил. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Может, и правильно сделал.